Сегодня у нас Атлас Фалос. Ой, блядь, что я сказал? Где? А, какой Алас, блядь? Так, я готов. Готов. Так, сейчас запускаю игру. И сегодня продолжится... Как это? Атлас Фален? Да? Я что путаю? Атлас Фален, да. А, ну чё? Жочки. Вот. Вот он, да. Это с капустой, но пока до капусты не дошел, жую хлеб. Так, снова игра мигает. И она должна мигать? Она что-то мигает, и потом нормально, да? В прошлый раз так же было. Да, вот она пошла. Ну, часок сегодня так же, да. По ссылке в описании, регистрируйся, получай подарки в Красауте, Enlisted. Принимай участие в в Тихий океан, вот я сражался в боях. Старт конфликт. И самое главное. Я все время забываю, War Thunder. Надо попробовать, кстати, что там. Я когда-то давно что-то запускал, очень давно. Но там же это все меняется. И там же это просто офигеть как теперь. Там, тем более, по ссылке, в описании, которые все есть, gamas.conscore.ru, да, там все игры, ты можешь прийти и получать, короче, ну, красавчик, там, кабину или что-то еще. То есть это очень-очень интересные игры, но сегодня у нас Атлас Фалос. Ой, блядь, что я сказал? Где? А, какой Алас, блядь, Фалос? Атлас Фален, во! Сегодня у нас Атлас Фален. Так, я одеваю наушники. Так, я чуть-чуть расчесался. Так, расческа тут. Так, бананы... Ой, точнее. Кто там? Кто сегодня? А, груша. Во. Яблоки. Груша и яблоки, во. Нифига себе, это вкусное. Блин, вот это хороша просто. Блин, вот это груша. Ничего себе, она маленькая и созрела так хорошо. Вот это вкус. Так, Атлас Фалос. Атлас Фален. На наших... Я приготовлюсь. Все, готов ли я к этим диалогам в течение часа? Да, я думаю, что я готов. Hey, what is your name? Или подожди. Hey, what is your name? Атлас Фален на наших экранах. И я начинаю проходить эту замечательную игру дальше. Я остановился на том, что на 52-й минуте... То, что мы дошли до какого-то... вышли на какую-то... Прокатились и пошли, короче, на какую-то... куда мы там? Ну, пустыня какая-то или что там. Какая-то. Сейчас, короче, вот... Надеюсь, все сохранилось. Потому что если ничего не сохранилось, блин... Будет очень печально, да. Так, а я ж майку хотел одеть. А, все, сижу так. Жарень такая, вообще капец. Да, вот здесь я остановился. Проход пустыни. Каладриас. Я не знаю, как ударить. Каладриаса. Какого Каладриаса? Каладриса? Ас? Как ударение? Я даже не могу по-другому ударение-то поставить. Вот, да, вышли. Какую-то песчаную... И здесь остановились. Слушай, вот здесь прямо остановился. И здесь игра прямо и загрузилась. Вот здесь остановился. Очень хорошо, очень удобно. Да, мне это нравится. Это все замечательно. Так, это у нас прохождение уже номер 2. Первая была обзорная, да, игра полностью можно. Короче, есть русские эти. Озвучки нет, но субтитры есть, поэтому можно озвучить, можно играть. Так, я получил мега-перчатку. Мега-перчатка позволяет хорошо бить, и мне нужно теперь... В песке что-то есть. Да, мы дошли до песка для того... Туда не пойдем, потому что, скорее всего, что-то здесь. Так, погоди, сундук. Сундук открываем. Блин, какая классная игра вообще. Мне так нравится. Я в подобные игры вообще никогда не играл. Ну, вот прям вот такой, такого плана. Так, удача идола. При использовании идола есть умеренная вероятность, что заряд израсходован не будет. А это надо обязательно? Это я могу на класс 2, да, переносить? Слушай, тогда да. Сюда. Хоп. Все, хорошо, на класс 2 я перенес. Он у меня открылся. Это тоже замечательно, соответственно, превосходно. Так, и извлечение. Блин, сейчас мне надо этот ноутбук открыть. Это на V, значит. Это значит на V. Блин, вот сделали, оставили на английском. У меня просто раскладка тут, извлечение. Так, что я? Что я извлекаю? О, ничего себе, это какой-то... Как, наковальня, что ли, или что это? Здесь можно что-то делать, походу. Ну-ка, у. И вот я
Сейчас улучшу что-то. А, нет, смотри, вот этого вот я видел, Ниал. В начале. Стой, не подходи. Я, подожди, ты тот голос, что я слышу у себя в голове? Да, это устройство позволяет мне создать проекцию моего образа, но пошевелиться я все равно не могу. Любопытно. Я? Не... Аал. Да, ты не Аал. Ты мне это уже говорил, но все это... Расскажи мне, что происходит, что ты вообще такое? Я дух, наверное. Прости, моя память все еще оставляет желать лучшего. Это длань... Древняя реликвия, которая содержит меня. Содержит меня. Это наковальня между ней и здешними песками нарушена. Через нее я вижу воспоминания, не только мои собственные. Это воспоминания песков, тебе тоже стоит взглянуть. Что, как ты это? Десять лет назад рыцари Бестингара восстали против нас. Они расположили в своей величайшей крепости Каладриас. Той, что служило им надежным оплотом на протяжении веков. И все же их надежды были ошибочны. А их отвага затмевала голос разума. Я пыталась предостеречь их от безрассудности, чтобы мне не пришлось карать их. Но они не послушали меня. И Телос приказал истребить их всех. И я исполнил его приказ. Началась великая битва, но нам никак не удалось объединить войско. У рыцаря же было тайное оружие. Длань, наследие древних времен. Местилище великой магии, не уступающей по помощи моим силам. Но их надежды не оправдались. Длань нельзя было использовать. Она была не готова. И она обернулась против них. Вот так вот. Символ их надежды пал. Одной короткой вспышкой света они лишились всего. Вот и все. Всего лишь одной короткой вспышкой света. Так восстание было подавлено. Свет угас, пески осели. Воцарилась тишина. Так, ну волосы у меня к концу, я думаю, подвысохнут. Так, и? Что это было? Это было видение из прошлого. Рыцари Бестингара. Когда-то они попытались использовать длань Бестингара. Но у них ничего не вышло. Рыцари знают о Длане. В том видении были рыцари, Ищейка была права. Они что-то знают о Длане? Значит, наша цель остается прежней. Я и сам хочу узнать больше обо всем, что произошло. И о себе самом. А потом встретимся с Ищейкой и остальными в столице. Надеюсь, у них все в порядке. Так, рывок в воздух. Открыто. Эта наковальня принесла мне новые воспоминания. Думаю, теперь мы сможем перемещаться по воздуху. Стоп, в смысле летать? Нет, не летать. Просто попробуй, и сама все увидишь. Так. Чего я тут увижу? Улучшение длани. Сохранить игру. А зачем? А, ну, здесь есть авто, да, который продолжает. И есть такое, которое... Хорошо, так, улучшение длани. Ну, игра мне подскажет, куда нажимать надо. Так, в этом меню можно узнать текущий статус вашей длани. Вы уже собрав необходимые компоненты. Так, куда нажимать? И чего? А что ты хочешь? А чего? Как, это левый контур. Улучшение, да? Или как?
А, надо... Почему ждать надо? Ничего не понятно. Я что, улучшаю сейчас или что я делаю? Что игра от меня хочет? Вот как всегда непонятно. Чего ты хочешь-то? Улучшение, вот я нажал улучшение длани. Все, я ее улучшил, что ли, уже или нет? Я не знаю, по-моему, да. Так. Найти элемент, чтобы стабилизировать... А, надо элемент найти сначала. Ну что ж ты сразу-то не сказал-то? Что нужно найти какой-то элемент. Хорошо. Так. Воздушный бой. С некоторыми врагами необходимо сражаться в воздухе, чтобы выполнить рывок в воздухе, используя левый контур. Рывок. Атакуя врагов в воздухе, вы перезаряжаете рывок в воздухе, что позволяет вам дольше оставаться в полете. Кроме того, вы сможете использовать атаки выброс и бросок сверху с помощью С, чтобы быстро перемещаться между... Ой, короче, чего ты хочешь там? А, это вот так, а это что? О, ничего себе. Да, мне в воздухе сражаться с вами будет. Это впервые так, я еще не сражался. Я просто летаю. Ничего себе. Вот это да. Вот это. Орлы тут какие-то. Все так экшонисто просто. Я офигеваю, честно говоря. Нормально, летаем. Неплохо, слушай. То есть мы его можем... Оп. Оп, и на С там прям. О, хорошо. Нормально раскидал. Оп. Блин. Ну реально, реальная просто фантастика. Магия. Магия, да, я говорил? Магия. Это магия просто. Так, эта пропасть слишком велика. Но для тебя это даже не преграда. Воспари же! Так, двойной прыжок и конта. О. Да в смысле? Неправильно что-то сделал, блин. И чё, погоди. Да тихо тебе. Как мне теперь быть-то? Вот тут смогу забраться? По идее, да. Короче, надо правильно оттолкнуться прям тютельку в тютельку. И тогда, я думаю, проблем не будет. Не дурно. Так, игра продолжает меня обучать, как нужно действовать. Что нужно, короче, делать. Ну... Вот. Ну, слушай, это было не так просто, на самом деле. Я думал, сейчас снова упаду, но вроде пронесло. Так, найти элемент, чтобы стабилизировать длань. Чтобы стабилизировать длань. Куда? Где-то здесь элемент? Не понял. Куда ты пока... Правильно я качусь, да? Нет? Снова? Слышь меня? Что, по рации, что ли, сгораем? Что так прерывается? Наил, что происходит? Огнелист какой-то. Я не могу, неразборчиво. Наил! Стоп, 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 Так, что происходит? Что происходит? Проснись, проснись! Говорит Ниал. Ну же, давай! Камон, ну же! Что меня, то есть хвала Телосу? Ты до сих пор жива? Он пытался украсть длань. Прикончи его. Кого прикончить? Что? Назад. Я просто пытался привести тебя в чувство, и, похоже, мне это удалось. Представление это устроило знатное. Ослепительный свет, поток воздуха, и, наконец, ты. Твое лицо выглядит знакомо. Кажется, мы еще не знакомы. Я Ариф. Твоим услугам. Почему тебя интересует длань? О, я слышал о ней рассказы о том, насколько она сильна, о том, как люди вооружены ей и исчезали без следа. Откуда тебе все это известно? Какие мы любознательные. Скажем так, мне друзья рассказывали. Друзья, значит? Что ж, я тоже ищу друзей. Рыцари без стен... Не могу это слово говорить. Тебе о них что-нибудь известно? Увы, но нет. Однако, если ты хочешь найти их, здесь есть путь, который придет тебя прямо в... туда вот, да. Где? У тебя за спиной. Это врата, погребенные в песках. Я могу помочь с этим? Для меня это не проблема. Ага, как же. Охотно верю. Если ты устал и хочешь отдохнуть, здесь недалеко есть деревня. Вот, возьми это в качестве извинения. Ну, мне нравится, игра хорошо идет. Она, конечно, примитивна. Так, что там?
Так, эта игра знакомит меня с картой. Так, перемещаться по карте можно с помощью... И кружочка на мышке. Важные объекты автоматически отмечаются на карте, когда вы их обнаруживаете. Вот хорошо. Нажмите А, чтобы переключаться между фильтрами. Нажмите D, чтобы открыть легенду с описанием каждого маркера карты. Чего там? Нажмите, чтобы установить, собственно, путевую точку, которая также будет отображаться у вас в компасе. Так, что там? FL, да, получается? F, что дает? Ай, блеха. А L что дает? Отметки. Это развернуть, а это смотреть, да? Блин, вот сделали, короче... Как вот букву я сделать так, чтобы они не русские были, а? Так, а что мне надо-то? Еще раз. Основные задания. Вот, пускай будет вот это развернуто. А на какую карту? Так. Поговори в деревне. Или что он сказал там? Погоди, как? Так, по крайней мере, он поделился с нами информацией. Все рыцари, правда, за этим вратами мы сможем их поднять. Тебя, похоже, слишком много били по голове. Ты что, не понимаешь, что только что произошло? Длань нестабильна. Но это еще не все. Ей не хватает некоторых частей, а значит и силы, чтобы поднять нечто настолько тяжелое, во всяком случае, пока. У тебя есть план? Ну да, план-то должен быть все равно. Вижу твое доверие, я еще не заслужил. Ну да, длань можно починить. Помнишь видение, в котором она взорвалась? Элементы длани сейчас разбросаны по всему миру. Если мы соберем их, мы сможем перековать длань, остановить ее по кусочку, обрести новые силы и избежать новых взрывов. Отлично. И где нам их искать? Я чувствую мощный элемент неподалеку отсюда. Можем начать с него. Найти элемент, чтобы стабилизировать длань. Какой еще элемент? Так, ты мне лучше объясни. Погоди, игра заново. Как карту открыть? А, на М, да? На М. Хорошо, карта. Появилась-то хорошо. Так, огнелист это я возьму себе в кармашек. Так, а есть еще что? Так, скейт. Бери этот скейт виртуальный. Так, я пособираю огнелисты, может пригодятся. Почему бы нет? Полутаемся, посмотрим. Что-нибудь, может, скрафтим. Так, ну и давай, рубай скит, поехали. Так, мне нужно искать по-прежнему элемент для того, чтобы стабилизировать длань. Хорошо, что его показывают на карте, куда идти. Потому что если бы не показывали, я представляю, какой большой открытый мир. И где здесь что, как искать. Было бы непонятно. А так все, в принципе, видно хорошо и замечательно. Так, я ускоряюсь и поднимаюсь куда-то... Так, вон там элемент, который я почувствовал. Почувствовал? Он почувствовал элемент. Так, вот этот неплохо. Вот это вот неплохо, красиво выглядит, мне нравится. А вот это тоже. Недурно смотрится. Так, вокруг него что-то есть? Он защищен какой-то магией. Осторожно, демоны. Опа. И вот я начинаю демонов фигачить. Че все, блин. Да я уже забыл, как тут скиллы, ну-ка, погоди. О! Вот это дал. Я начинаю вспоминать импульс. Мы можем выкладывать его в наши атаки, делая их сокрушительными. Сколько всего у меня, я уже забыл половину, что тут. Вы можете потратить весь накопленный импульс, чтобы выполнить мощную атаку с сокрушением, которая наносит больше урон и кристаллизирует ваших врагов. Сокрушение становится доступным после вознесения, чем выше импульс, тем сильнее. Так, что-то там. Что это? Что себе, блин? Так, ну-ка дай-ка. Это какой-то босс! Слушай, это серьезно. Ты
Так, ну неплохо он бьет так. Так, я уже в управлении запутался. Так, подхилиться мне есть, да, чем? Так, мне, короче, надо набирать энергию для того, чтобы нажимать потом на... Так, давай-ка, ну-ка, хил. Хил это обязательно. Бляха. Сложно с ними, блин, стало. Да что ты делаешь? Да дай ему как-нибудь там, я не знаю. Так. Удар. Его как следует. О! Голове, блин. Бляха, у меня... Так, ну-ка дай-ка я нанесу еще ему. Блин, а? Сложный. Вот это вот... Как отключить вот это вот зависание какое-то? Тут какое-то зависание. Так, окей. Чрево-брюх был побежден только что. Думаю, теперь мы сможем достать этот элемент. Замечательно. Просто превосходно. Давай еще хильнись там, чтобы было фул. Вот начинаешь сражаться, биться, и там начинает вот это вот зависание. То есть ты как бы виснешь, и как будто слоумо какое-то начинает. Оно поначалу выглядит эпично, а потом оно что-то надоедает. Так, теперь мы можем найти элемент, чтобы стабилизировать длань. Ну-ка, давай возьмем фрагмент усиленного рывка. Получено. Кажется, длань стабилизировалась. Элемент, который ты нашла, до сих пор не пробудился. Теперь мы должны собрать ее осколки столько, сколько нужно, чтобы соединить ее с дланью. Ты осколки чувствуешь? Да, сейчас я тебе покажу. Ну, какой чувственный, слушай, хорошо. Вот видишь, когда чувственный, ты чувствуешь все хорошо, да? И ты сразу чувствуешь, что и как. Нажмите Т, чтобы активировать чутье Ниала. Когда чутье Ниала активно, метки цели основного задания отображаются в мире игры. Так. Так, это на N, блин. Столько кнопочек всяких. Да как же ты... У меня с этими кнопочками, блин. Ты видела, с кого цветочек? Каждый такой огонек, это осколок, зовущий тебя. Мы сможем поднять врата ведущие? Да, с ними мы обретем новые силы и вернем новые воспоминания. Для меня это слишком сложно. Мне понадобится твоя помощь. Можешь на меня рассчитывать. Ты нужна мне живой и невредимой. Так, если потеряешь их из виду, используй мои чувства. Да, чувства это хорошо. Вот. Надо чувствовать, все правильно. Так, найти осколки усиленного. Вот это что, это осколок какой-то? Подожди, ну-ка дай-ка как-нибудь. Так, а, это у нас вот это вот, крафт, да? Опа. Кажется, длань стабилизировалась, это хорошо. Не могу не согласиться. Стабилизировать? Все? Так, улучшение доспехов, да, теперь у нас идет. Улучшение повышает характеристики доспеха и увеличивает его уровень мощи. Уровень мощи доспеха можно сравнить с уровнем врага. Это позволяет оценить, насколько сложным будет бой. Для улучшения доспеха требуется пыль. Слышите, чтобы улучшить свой доспех, нажмите... Все, я его улучшил, нет? Все, доспех у нас восстановление, атака, защита, удача, крушитель. Так, это мне надо дальше собирать пыльцу какую-то, да? Это вот мы играем. Хорошо, понял. Так, свойства. В результате улучшения доспеха вы получили жетон свойства. С помощью них вы сможете открывать свойства в меню свойства. Еще какие-то свойства. У меня сейчас мозг взорвется, столько всего. В этом меню вы можете использовать свои жетоны, чтобы открывать или улучшать свойства. Открывать свойства доступны вам постоянно, вне зависимости от того, какой доспех вы используете. Так. Открыть свойства. Ну, давайте, открою. Все, открылось. Сбор растений умеренно восстанавливает энергию вашего идола. Все, больше я не могу. Это вот как Far Cry, да, там появляется очко умения, и ты можешь прокачать типа скиллы. Что-то типа того. Так, сохранить игру. Давай, сохраним на всякий случай. Пускай. Перековка длани. Теперь ее нужно перековать, и да, для этого нужно найти осколки усиленного рывка. Так, откуда вообще?
Кстати, как я плю... Куда ты... Так, это она... Так. Это вот сюда, да? Так, переключить трекер заданий. Ой, ёлпа, чё за трекер? Ну, я че? Куда ты мне показываешь идти? Вот стрелочка, а ты же показывал прям где-то здесь что-то было куда-то. Почему оно пропало куда-то? Такая-то ж... Так, это... Вот это собери. Элемент лани у нас, но нам нужны еще осколки. Я расскажу тебе, где их искать, а потом отнесем их к наковальне. Где? Ну, бляха, ну по стрелочке куда-то, я не знаю. Да какую кнопку-то надо было нажать? Погоди. А, ну так, понял, все. Я уже кнопку забыл. Оп. Нормально, да? Нормально приземлился, все хорошо, порядок. Так, разведчик из деревни. Ну-ка, что за... Как странно, что ты пришла именно с этой стороны. Там же нет моста. Это долгая история. Мне сказали, здесь должна быть какая-то деревня. Кастром 7 находится по ту сторону веревочного моста. Так уж вышло, что это единственный мост, переживший ярость стража. Ярость стража? Да, ни с того ни с сего земля вдруг задрожала, и все мосты разом обрушились. Куча народу оказалась в западне. Я ищу рыцарей... Известно что-то, нет? Вряд ли я смогу тебе помочь. Поспрашивай лучше в деревне. Но куда бы ты ни пошла, будь осторожнее. Если песок зашевелился, готовься бежать. Все хорошо, да. Так, все окей. Это все, да, это хорошо, это замечательно. Так, вот это, да? Давай сюда. Оп. Активная формула 5. Вы узнали, как синтезировать новый камень сущности, кусачая песочная буря. Вы призываете торнадо, который следует за вашим врагом и наносит урон всему, что стоит у него на пути. Формула позволяет синтезировать камень сущности. Еще что-то, блин, новое. Я уже то ничего не помню, а тут еще надо что-то запомнить. И потом перерыв сутки. Для записи нового это заходишь, просто вообще не помнишь, что тут надо было. Заходить где-то здесь. Задание. Вот они, задания, короче. Перековка тлани, да? А так, куда-то сюда, да? Нет. Так. Блин, еще же лень такая лютая, вообще капец. Ну, надо смотреть тогда вот так, да? Ну, показывает, не? Ощути мир вокруг себя, да. Вот он говорит... Блин, я что, упасть куда-то должен? Не, я не думаю, что мне куда-то надо падать. Мне надо куда-то... Так, там какие-то кабанчики гуляют. Путь в Бастингар. Так. Так, задание. Вы нашли артефакт присутствия, которого чтил Ниал, но чтобы его улучшить, нужно найти другие части. Так как эту цель поставить? Вот, как ее переключиться на нее? Где она? Ничего не понятно. Найдите осколки усиленного... Игра хочет, чтобы я куда-то спрыгнул. Ну, тут точно обрыв. Я тут никуда не... Так, ладно. Окей. Иду куда-то туда. Сражаться окраины какие-то. Здесь еще осталось что-то живое. Какое облегчение. А, это на... Эти не атакуют? Не очень четко, но у них есть что-то знакомое.
Так. Так, ну их, наверное, отковать не надо. Скорее всего, так. Тут надо что-то собрать. Творительно. Так, давай, синтез там автоматом. Чё? Охренеть просто. Это что такое? При успешном парировании вы производите умеренное количество импульса. Куда это? А, это надо что-то... Короче, это надо что-то там уметь. Синтез... Не знаю, короче. Очень много всего, и вообще непонятно, что и как действовать. Так. Подкова особая. Получен артефакт. Открыть рюкзак. Рюкзак. Вот она. Вот, рывок в воздухе и... Почему не показывает, куда идти надо? Или нет, стоп, подожди. Просто пойду по стрелочке, наверное. Наверное, да, я просто пойду по стрелочке сейчас вот. Вот куда-то туда. И может я что-то найду. Вот как-то так, наверное, я и сделаю. Так, и вот я куда-то пришел. Непонятно куда. Так, там вверху что? Так, куда игра говорит идти? Говорит, наверх забирайся. А, то есть туда прямо, да? Ну, давай попробуем. Скорее всего, где-то что-то наверху. Раз стрелочка показывает, то, скорее всего... А как я туда заберусь? Как мне туда забраться-то? Так. Надо сил пополнить сейчас. Может, сейчас получится. Карабкаться, что ли, или как? Игра! Объясни мне! Нет, может, как-то обойти надо? I will lend you my eyes. А, это какая-то капелька, наверное, ее надо собрать. Нефть какая-то. Капелька нефти. Так, а тут что? О! О, ничего себе, я с тобой что, сражаться буду, что ли? Ни хрена себе, это опасная особь. Это очень опасная особь, вспоминается Lineage 2, когда обновления были. Там тоже какой-то червь, ой, блин. Не люблю этих червей, мерзкие. Я туда сразу не могу запрыгнуть. Блин, как мне туда забраться? Так, может быть вот отсюда? Ну-ка. Нет. Так, тут тоже никакого захода, прохода нету. Неясно, непонятно. Подожди, стоп. Может быть, где-то вот здесь проход есть, и там лестница, и мы сможем подняться. Да ты чё, я серьезно с тобой не хочу сражаться. Ты мне вообще не нужен сейчас. У врагов большого размера есть несколько частей тела, которые вы можете отдельно атаковать и уничтожать. Сводные данные и запас здоровья частей тела врага можно найти в верхней левой части экрана. Большинство частей тела, которые вы встретите, имеют блестящие металлические фрагменты, также называемые фрагментами катализатора. Они отмечены красным. Уничтожив их все, вы одержите победу над врагом. Часть тела без фрагментов катализатора, отмеченные желтым. Уничтожать эти части тела для победы над врагом не обязательно. Но это какие-то части тела, бляха. Да иди ты нафиг, я не хочу с тобой сражаться. Ты что, прикалываешься, что ли? Ни хрена себе, я что, сильный, что ли, такой? Нет, конечно, я бегу и все. И нет меня, все, пока. Меня нет, меня не существует. Все, я от них оторвался, надеюсь. Охраняемые реликвии. Блин, непонятно, как туда забраться-то. Я просто хочу забраться и получить вот эту капельку, которая там висит. Как мне это сделать? Игра. Так, а что тут такое за вид? Ну-ка. Давай-ка насладимся этим видом. Так, ну ладно. Похоже, вид я уже видел. Может, это он есть? Просто сбоку. Так, ну я что-то тут...
Бляха, ну непонятно, ну вообще, ну... Ну... Ну куда я должен залезть? Блин. Может как-то зацепиться надо, для чего там? У меня есть какой-нибудь крюк-кошка там? Ну, наверное... Погоди, а тут есть какой-то проход снизу? Нету. Вообще не ясно. Так, а тут что? Тут тоже ничего. Здесь какой-то костер, палатка поспать и все, в принципе, да? И ничего не ясно, непонятно, как, что, куда вообще залезть туда вообще. Погоди, нет, стоп. Нет, становится чуть-чуть ясно, погоди. Вот, да. Скорее всего, вот здесь можно. Я начинаю чувствовать это и... Ну, зацепись. Ты можешь зацепиться как-нибудь? Нет? Так можешь или нет? Непонятно. Неясно. Погоди, может как-то... А, во! Слушай. Вот это что такое? Подожди. Что это за... Что я тут наделал? Что? А, мост. Мост, который поднимается. Окей, я нашел, кажется, способ подняться. Это, видишь, это вот даже хорошо, что так, потому что загадка идет. То есть нужно понимать, разбираться. Люблю такие игры. Так. Куда я залез? Ничего не понял. Ну а дальше-то чё? Игруля. Так, игруля. Так. А, вот, зацепилась. Так, и... замок обычный, получен артефакт. Какой-то замок получил... А туда теперь как? Я как должен это сделать? Типа... Давай. Да ну нафиг, я смог? Ничего себе, там же расстояние было огромное, но получилось. Вот игры начали делать, слушай, прям реально сложный уровень. Нормально, получилось забраться. Ну как же она хорошо нарисована-то, а? Просто превосходно. Так, кто тут? Какой дракон на меня сейчас нападет, что ли? Так, и вот я сейчас подхожу и... Осколок усиленного рывка. 1 из 3 получено. Замечательно. 1 получил. А надо еще 2, и потом я смогу улучшать там длань, да, или что? Ну, что-то такое. Так, а второй где? Где мне второй искать? Вместе мы найдем то, что ищем. Да? Ну, давай попробуем. Стрелочка говорит, теперь иди куда-то туда. Ну, давай попробуем теперь туда, куда-нибудь пройтись. Так, если я сейчас здесь упаду, меня никак... Не, нормально, с любой высоты, походу, падает, вообще ничего. Персонажу за это-то и не бывает, хотя... Не, если прям совсем с обрыва, то там немного отнимается, но опять же его возвращает обратно, то есть он не мрет. Хотя если мало хп будет, наверное, так и отъедет. Так, это что-то какая-то крепость, что это такое, блин, вот это вот... Так, ныряльщик, иди нафиг, ныряльщик. Так, с вами я сражаться ни с кем не хочу. Нафиг вы мне не нужны. Я просто бегу на своем скейте, еду. Куда? Выруби. Выруби этот скейт. Так, куда-то... Куда-то игра говорит, где-то там вот. Где-то вот здесь. Так, это что? Возможно, кто-то здесь что-то знает о рыцарях? Фигурка Грифона. Особая. Получен артефакт. Это Грифон. Так, куда-то игра говорит, дальше беги. Может, я уже бегу куда-то по заданию или... Наковальня, похоже, готова. Длань реагирует мне. Наковальня. А, вот, все, отметка появилась. Капельку собрал, теперь какой-то мешочек, не знаю, с чем.
Может, с копейками какими-нибудь там золотыми, а может быть и... Так, жительница деревни. Ну что, подойти к ней, спросить, чего она там, это жительница деревни. Ну-ка, давай. Иди сюда, жительница. Давай с тобой поговорим. А, ты странник с артефактом. Разве за стенами не опасно? Опасно, конечно, но нас защищают оберегающие. Большое тебе спасибо, эта башня, что ты извлекла из недр, поможет нам спуститься вниз, если мы осмелимся. Так, если мы осмелимся. Так, а вот это что такое? Так, а, это вот капелька. А вот там мешочек. А, ну вот, сейчас соберем все. Туманная пещерна. Бляха, вы что, серьезно, что ли? Я должен тут вообще, это, порвать себе одно место, что ли? Если уйдем слишком далеко, враг сможет восстановить силу. Гади, я просто хочу взять вашу капельку вот эту вот. Как мне ее взять-то? Или она под защитой, подожди. Бляха, я должен реально сражаться? Ну, давай попробуем. Давай попробуем посражаться. Ладно, окей. Так, у меня самая главная хпшка есть, будем сражаться. Так, что-то ты замерз, друг. Не знаю, что он замерз. Он подзамерз. Так. Дал по голове. Это какие-то невидимые, слушай. А ну проснись, будь видимым. Бесконечный пришел за тобой. Так. О, а это что, собрать что-то можно с ним, не? О, это что за хреновина такая? Оп. Что-то подобрал. Какие-то стрелочки красные. А это что? Ты что? Прикалываешься, что ли? Бляха, теперь вот с этим сражаться. Вот это серьезно. Так, где ты там? Получай. Тебе нравится, вот ты получаешь. Кольно. Это было достойное испытание. Пора сокрушить врага. Давай попробуем. Где он? Враг этот. Появись. Не такой уж ты опасный. Ничего себе, блин. Разрубил я его. Так, и чё? Можно забирать осколок. Теперь демоны оставят деревню в покое. Ядро сущности получено. Так, ядро сущности. Вы получили ядро сущности, ключевой компонент для синтеза камней сущности. Ядро сущности с определенной вероятностью можно получить за победу над любым крупным врагом. Теперь вы сможете завершить формулу, которую получили ранее. Какую еще формулу? Это вот эти вот, что ли, чтобы синтезировать? Да, похоже. Формулы хранятся в вашем арсенале и обозначены значком в виде маленького свитка. В правой части экрана указывается, какие растения и минералы необходимо объединить с ядром, чтобы синтезировать новый камень сущности. Так, чтобы создать камень сущности, удерживайте контур... Ну. О! Кусачая песочная буря! Вы призываете торнадо, которое следует за вашим врагом и наносит урон всему, что стоит у него на пути. Да? Давай попробуем. Неплохо. Вот это классно. Хорошо. Так, я что-то еще дополнительно получил. Это скилл, короче, уже на двоечку у нас. Замечательно. Просто великолепно. На. Хорошо, беру капельку. На, давай. Капелька у меня. Нажмите, что все по заданию. Какому заданию? Так, теперь, говорит, куда-то туда беги. А что за мешочек вот этот? Так, а чтобы сражаться над ним? Завтра, 7-й. Думаю, тебе лучше поговорить с нашим старейшим, стариком, 7. О, трубины рядом. На чем мне с ним разговаривать? Так, это деревня какая-то, что ли? Да, похоже. Погоди, а что там за мешочек? А, это странствующий торговец. Так, привет. Давно не виделись. Я думал, капитан тебя прикончил. Слушай, ты можешь мне помочь? Да не хочу тебе ничего помогать. Мне пора. Все. Это у него мешочек, да?
Ну или как, давай, ладно, поможем тебе. Мне же делать нечего, да? Нет, стой, подожди. Ну да, давай возьмем, оно же задание не пропадет. Нет? Давай, я помогу, помогу. Конечно, только знаю, во всяких авантюрах я не участвую. В авантюрах? Я бы о таком и думать не стал. Нет, я ищу редкие материалы для камня сущности, и мне было бы полезно узнать о них побольше. Они просили меня дать им великую силу, я был богом свободы. Иногда Телос обрушивает свой гнев и эту землю, верно? Потом страж как вспыхнет, и в общем, я хотел бы знать, что было дальше. Я уверен, вокруг полно ценностей, которые только и ждут, пока их кто-нибудь найдет. Если сделаешь мне одолжение, я поделюсь с тобой инструкциями по созданию камней сущности из моей коллекции. Знание в обмен на знание? Если что обнаружу, дам знать. Можно ли как-то узнать, где и когда пробудется страж? Такое не предугадаешь, но чаще всего это происходит на больших открытых участках пустыни, например. Это слишком опасно, прежде чем заняться его поручением, нужно подготовиться. Найди защиту получше. Насчет стража. Думаю, пустой лучший вариант — это открытая местность, и страж пристально следит за ней. Все, да? Ну хорошо. Обмен. А что у тебя можно обменять? Подожди. Так, я в это нифига не понимаю. У нас вообще сколько голды? А, 171? Нет, ничего не надо. Я знаю, что вокруг осталось еще много предметов из белых времен, и все они очень ценные. Да, тут все везде лежит, только ходи и собирай. Я знаю много, кто готов за них заплатить. Вот что я скажу, неси их мне и сможешь хорошо заработать. Что ты ищем, приносим, получаем бабки. Обращай внимание на неопределенные категории предметов, если хочешь заработать как можно больше. Так, ну вот и замечательно. Вот и замечательно. Вот и замечательно, да? Так, я не понял. А, мне надо еще с кем-то... Нет, все, ничего не нашел. Где он вообще, этот страж? На карте же отметили его. А, вот этот, что ли? Плеер какой-то, игрок, бляха. Что он тут делает, этот игрок? Так, мне надо... Это я, да? А, это я. А это кто? Защита деревни. Вот сюда, что ли? Так, нет, мне надо с дланью разобраться. Прокачать длань. Для того, чтобы... Так, а вот здесь можно, сундучки, что-то взять пока? Нет? Ничего нельзя, да? Там чувствительность надо понизить. Погоди. Я не могу так играть. Где тут экран, звуки, язык, управление? Управление, чувствительность, обзор горизонтальный, чувствительность, обзор вертикальный. Давай поменьше. То есть сделаю вот так хотя бы. Да. Ну-ка. Вот как-то так, да, вот, да? Что-то изменилось, нет, вообще? Вот, да, чуть-чуть поменялось. Тут что-то как-то было совсем не очень-то. Слишком все быстро. Так, ну куда мне идти-то? Да, давай-ка я сейчас пока пробегусь. Да, выполню еще задание тут, которое... Надо мне скейт, блин. Так, с... Так, ты разговаривай сколько хочешь. Так, деревенский торговец. Такая вот деревня здесь. Куда иду-то? Так, во. Ну-ка, дай-ка сюда. Дай-ка я пособираю. Короче, собираем. А, это сесть? Я по сей день слышу крику, как погиб здесь тогда рыцарь. Простые люди, у которых были семьи, все они были полны... Слушай. Давай-ка я это слушать не особо хочу. Это место, чтобы посидеть, что ли? А я думал, что здесь собрать что-то можно. Это голос, это она была в том видении? Да, думаю, она. Словно ее память слилась с песками в том месте. Так, а здесь этот хрен ползает. Идол сокрушения. Ваша атака крушителю восстанавливает вам здоровье в размере значительной части нанесенного урона. Идолы. Так, я не хочу... А, нет, стой, подожди. Если я его замочу, то это же мне даст что-то даст, да? Ну, давай попробуем. Так, надо уметь. Так, ну все, я начинаю. Вас уже столько? Ничего себе, вы тут развелись. Опа.
Вот это мощно. Хорошо. Надавал как следует. Давай мне это. Я вижу воздушного змея. Должно быть странствующий торговец неподалеку. Давай сюда мне это. Охренеть, сколько. Надрит какой-то. Обнаружен новый материал. Серебристая руда. Днистая руда. Надрит. Короче, убиваем их, получаем ресурсы. Для улучшения крафта. И так далее. Так, и куда мне надо теперь? Куда-то вот бежим. Куда-то вот. На скейте мы едем. Так, лес на окраине. Так, я пришел, нет? Нет. Вот я куда-то иду. Куда я иду, непонятно вообще. Вот куда-то, говорит, вот где-то тут. Сейчас, значит, где-то здесь вот оно. Где оно? Я чувствую поблизости осколок. Смотри, Вова. Где он? Где он может быть? Может, где-то здесь спрятан? Где-то там, говорит, игра прям. Я не знаю, где он там может быть. Я понял. Скорее всего, он там через мост надо прыгнуть, что ли. Возможно, хотя я не уверен. Где-то там. Куда-то туда вообще, говорит, это... Не знаю, туда, что ли, прям перепрыгнуть надо? Ну, попробуем сейчас. Через что я здесь смогу прыгнуть? Тише, главное не... Тайны дикие природы. Некоторые животные находятся скрытые сокровища. Осторожно, подходите к животным, наблюдайте за ними. Не тревожьте их. Когда животное станет золотым, следуйте за ним, пока оно не остановится и не откопает сокровище. Если на пути к сокровищу животное вас заметит, оно запаникует. Спрячьтесь или уйдите подальше. Дождитесь, пока оно успокоится, и осторожно вернитесь к нему. Вот так. Надо подождать, пока животное станет золотым. Куда я иду? Так, ну-ка. Давай попробуем просто. Просто попробуем понаблюдать с животным, и оно должно стать золотым, да? Вот, ну, что-то позолотеет, нет? Ну так что, золотеет, не? Окей. Золотей давай. Короче, не хочу с тобой долго, наверное, наблюдать, пока там золотым станешь. Проще идти на раскопки. Самому и с лопатой. Нихера ты! Слышь, я тебя трогал. Да, сейчас положусь. Так, я здесь уже вообще был? Так, здесь, оказывается, надо было. Огромная пустыня. Пустыня, ее раньше здесь не было, говорит. Я помню это место. Тут кипела жизнь. Повсюду были реки, леса, звери и птицы. Куда не кинешь взгляд? Настоящий рай на земле. Что же произошло? Вот что-то, да, и произошло. Был рай и не стало рая. Стала пустыня жаркая. Так вот, горит туда. Вот, и это осколок, да? А, да. Значит, к нему и идем. К этому осколку. И, наконец-то я сделаю себе длань. Наконец-то. И дальше пойду по сюжетке. Так, ну здесь надо... Ой, нет, ну... Ну, слушай, нафиг мне там надо? Да! Вообще, вы повсюду. Ну, хорошо, ладно, сражаемся. От вас не убежишь. Да что ж ты такое-то, а? И птицы. И кого здесь только нету. Блин, и как сражаться? И все кнопки нажимай. И пытайся и так, и так. И вот, может быть, тогда получится. И хилься успевай. И все тут надо, и скиллы все юзать. И вот так вот. Прям реально с геймпада играй, чтобы было попроще как-то. Оп, оп, так и так, и вот так, и так вот, и вот здесь, да. И вот эту кнопку нажать надо, и вот так сделать, и...
и получить все, что я хотел, нажатием на непонятную, неизвестную, безымянную кнопку, как показывает игра, для того, чтобы получить серебристую руду. Вот так это как-то сработало сейчас. Так, ну и теперь я могу спокойно дойти до вот той светящейся штуковины, да, получается? Давай, на скейте. Усиленный рывок, осколок. Еще одна наковальня, там под теми камнями. А это что? Это место положено на ориентиру. Что это за осколок в песках? Получен дневник какой-то. Отсюда можно... Где там? Мне не важно где. Я шел вообще вот... Куда? Туда. Так, странный клинок. Ты клинок, что ли, странный? Ты что, вроде... Женщина или кто-то? Ты женщина, что ли, не? Да. Вроде бы... Так, сержант, сержант, ты чего? Так... Так, еще какой-то дневник. Татьяна печати. Получена запись. Нашла еще запись. Что запись? Несколько часов я... И тогда-то я... Да, ты что? Ладно, погоди. Я не могу тут читать. Так, ну все, да? Да, что-то подобрал, что-то сказали. Так, а тут что, я не собрал? Так, еще что-то тут всякое, короче. Ну, а, вот, давай, доставай ее. А, ну вот здесь я и улучшу свою длань. Угу. Так, ладно, все, я бегу, забираю, и там надо еще сразиться, я так полагаю. Вон туда, все, на ту точку еду. Так, а это... Это все та же голова, головушка торчащая. Так, 30 метров. Так, я понял. Я должен сразиться, как старые добрые. Бегом никак. Хорошо. Это прям бешено. Я давал, не? Наконец, у нас есть все необходимое для этой формулы. Ура! 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 Осколку сильного рывка 3 из 3 получено. Вы нашли все компоненты, необходимые для улучшения длани. Выполнить улучшение можно любого наковальня. Все, я понял. А куда стрелка-то опять показывает? Не надо ничего показывать. Куда я иду? По заданию теперь. Так, сейчас сначала улучшу. Так, где тут скейт этот мой? А вот наковальня была, вот тут деревня. И сейчас я эту длань улучшу. Чтобы я мог вообще разносить здесь всех. Пух и прах. Вот именно. Лучший рывок в воздухе наковальня. Так, я не пропустил здесь, да? Начинаем. Пустыня — огромное и очень опасное место. Жизнь давно покинула эти края. И теперь это мертвая пустошь, населенная ревущими ужасами.
Улучшение шкалы импульса. Чтобы открыть гамнее существенно шкале импульса... Что? Так, толстокошево. Защита повышается. Открыть гнездо. Так. Все, с гнездами разобрались. И улучшение длани. Улучшение, давай. Все? А какая она теперь? Задание выполнено. Перековка длани. Ну ничего себе, целый час, да? Мы сражались за эту длань. И вот она теперь у нас. Разблокирован усиленный рывок в воздухе. Теперь вы можете совершать... Варка. Да ну. А еще одного элемента. Принес поискать. Да ты что? Серьезно, еще что-то искать там? Так, ну уже не сегодня. Потому что на сегодня я думаю, что... Сейчас я еще, наверное, минут 5 все-таки побегаю, поиграю. Защита деревни, ярость, побочные задания. Так. Можно выполнять задания разных типов. Основное задание, побочное задание и поручение. Вот. Мне надо по основному двигаться. А вот эти вот побочные, так сказать, пассивные задания, они уже, если надо улучшить, если по основному идешь и никак, да, то надо вот подулучшиться и потом идти выполнять основное. Поэтому меня вот интересует вот это. Встретиться, да, вот с ним. Короче, бегу до него, встречаюсь и, думаю, заканчиваем на этом и... Продолжим дальше. Но надо добежать, спросить, что там им. Как вообще все проживают? Это вообще далеко? Побочно. Вот это. Путь в Так. Так, это вот куда-то что-то тут. Ну вот, да, оно. Путь в... Наверное, он. Не знаю, вот, да. Пока 560 метров. Как я тут должен туда попасть? Через мосты. Ага. Ой, все, куда-то туда. А, ну все, ну хорошо, давай добежим. Выключись, карта. Сейчас я добегу до него по-быстренькому. На этом скейте. Так, а тут какой-то у меня двойной рывок теперь стал доступен. Это как? О, нормально. Это чтобы перепрыгивать более длинные разрушившиеся мосты. Ну хорошо, а может еще тройной прыжок есть, не? Этого еще нету. А это вот мне и надо, чтобы обратно залезть, потому что, видишь, там оно как бы вверх идет. Давай попробуем. Хоп! Так будет более безопасно. Неплохо. Иди нафиг, олень. Отвали. Так, смотрим, как тут пробежаться. Ага, просто. Давай, включайся. А, здесь. Да какого ж ты делаешь-то? Где моя шкала хп-то? Так, я двигаюсь. Двигаюсь. Так, сколько тут осталось? 20 метров. Все, он где-то здесь. Он где-то здесь находится. Сейчас я с ним поговорю. 80 метров. Вот он. Так, ну что, начнем диалог тогда или как? Так, нет, наверное, правильно будет сейчас сохраниться. Подожди, могу когда сохраниться? Ну, скорее всего, если я покину, я здесь же и покину игру, правильно? Правильно ведь? Наверное. В общем, в следующей части видео мы начнем разговаривать с Ариф, если я продолжу проходить. Пиши, оставляй комментарии, если впервые, и увидимся.